Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня мы с вами посмотрим на... Сегодня я буду обозревать карту в Майнкрафте Симпсоны. Симпсоны. Город Симпсонов. Спрингфилд называется он. И странно, на Ютубе что-то мало обзоров на эту карту. Карта очень прикольная, вот вообще вот реально. А на нее что-то мало обзоров совсем. Как-то странно. Ну вот. Короче, если вы фанат Симпсонов, то эта карта специально для вас. Здесь полноценный город Спрингфилд построен. В любое здание можно зайти. Но на самом-то деле тут... Тут, конечно, город не полноценный. Не совсем то, что полноценный. Тут даже половина не построена города. Но все же самые знаменитые здания здесь есть. Начнем с самого, наверное, известного здания. Это дом Симпсонов. Вообще мы находимся на Вечно Зеленой улице, называется она вроде бы так. И здесь, и именно там живут Симпсоны. Здесь это дом Симпсонов, 742. В общем, я играю, кстати, на одной из последних версий. Это первый пререлиз версии 1.16, адское обновление. Там же оптимизировать можно мир. И вот я его оптимизировал. И вообще, последняя версия это пререлиз 2, но она почему-то у меня не запускается. В общем, ну не важно, в принципе, на какой версии мы играем. В общем, это дом Симпсонов. Здесь у нас... Здесь жрут. Столовая такая вот полочка. Прикольно, кстати, сделана. Здесь у нас находится кухонка. Пожалуйста, вам кухонка. Микроволновка вот эта. Шкафы. Все, короче, сделано офигенно. Здесь телек. Какой-то странный телек немного. Здесь стекло. Какое-то немного странно сделано. Ну ладно. Это гараж. Гараж крутой. Не работает. Снаружи, по-моему, работает. Давайте проверим. Ладно, выйдем, потом проверим. Так, гостиная такая вот. Телевизор такой вот стоит на полу почему-то. Камин. Есть подвал, в котором у нас свет можно включить. И такой вот подвал. В предыдущей версии карты здесь было два рычага. Один включал проход в секретный эндермир. А второй рычаг открывал... Проход, там была сауна. Сауна, да, секретная сауна. В какой-то серии, помню, Марш нашла там сауну. Короче. А, стоп, мы же вверх еще не посмотрели. Все здания, которые здесь есть, мы все равно сегодня не посмотрим, но посмотрим самые, наверное, знаменитые здания, которые здесь есть. Так, это супружеская спальня. Душевая здесь. Странно, вот в некоторых сериях душ, кстати, а в некоторых сериях ванна. Немного странно, конечно, это все. Ну ладно. Это у нас комната Лизы. Полочки тут всякие. Это типа ноутбук, наверное, стоит. Это комната Барта. Здесь столик, кровать. Красти, его, конечно же, любимый клоун Красти. Тоже типа Красти. И вид на его дом, на дереве. Короче, это комната Мэгги. Это я не знаю что. В прошлой версии здесь каменный забор стоял. Это, наверное, типа замок был такой. Это кроватка, немного она странно сделана. Здесь ванна. Ванна. Еще здесь был проход на чердак раньше. А сейчас проход на чердак только отсюда, что ли, залезть можно? Блин, походу, да. Ладно, мы посмотрели дом Симпсонов. Давайте теперь откроем гараж. Вот здесь еще стояли
стояло раньше три кнопки, там на Ютубе что-то, Facebook, Twitter. К сожалению, в этой версии, последних версиях, они не работают, потому что в какой-то из версий командные блоки были полностью переработаны, и они теперь не работают. А, да, и, соответственно, из-за того, что командные блоки не работают, гараж тоже не открывается. Там блоки исчезали, помню. Давайте прогуляемся, посмотрим на эту вечную зеленую улицу. Это дом Фландерсов, где живет Нед Фландерс с его детьми, Родом и Тодом. Это, я не знаю, чей дом, особняк Вульфкасла, что ли? Хотя особняк Вульфкасла это вообще-то красного цвета был. И больше. Просто на телефоне есть такая игра. На мобильных телефонах. The Simpsons Taped Out. Там свой Спрингфилд надо строить из различных зданий. Там можно узнать вообще, какие там здания есть. Поэтому я какие-то знаю наизусть даже помню. Кает коричневый дом. Никто в нем не живет, походу. Пурпурный дом. Какой-то зеленый дом. Это дом Скиннера, директора школы. Блин, немножко подлагивает. Это дом Лавджоев. Там живет преподобный церкви. Дом семьи Вигамов. Там живет шеф полиции этого города. Какой-то желтый дом непонятный. Вот это еще какой-то особняк тут интересный. Я оставлю ссылку на скачивание этой карты, если я найду, где скачать эту карту. А, нет, зачем я буду это искать, где я нашел? Просто вам скину Яндекс.Маркет. По ссылке можете скачать и сами посмотреть все здания. Там реально все круто. Здесь какой-то непонятный храм стоит. Хотя нет, это особняк какой-то, наверное, потому что там реальное помещение, реально поместье чьё-то. Я тоже не буду смотреть его особо. В окна там позаглядываем. Если вы хотите, сами посмотрите. Сами посмотрите, если захотите. Окей. Здесь еще. Что еще? Тут такое интересное. Здесь тоже не знаю, что какой-то особняк. Секреты вот этого вот особняка заключаются в том, что когда в нее заходишь, вас должно телепортировать, но вас не телепортирует в более большой такой особняк, помещение, типа ты внутри. Но командные блоки не работают, поэтому ничего с этим не поделать. Пугало какое-то стоит. Различные всякие дома тут красивые стоят. Некоторые дома недоработаны. Вот этот, например, коричневый дом. Там пусто внутри, факела одни. Не доработали. Белый дом. Какой-то еще дом. Это после дома Фландерса дом семьи Ван Хутенов, где живет всем известный Милхаус. Есть какой-то синий дом. Этот синий дом очень похож на розовый дом из Simpsons Tape Outs. Ладно, давайте смотреть, что у нас дальше. Это дом престарелых. Где живет дедушка Симпсон? Time at Castle. Давайте немного посмотрим. Типа столовка, там завтракают, видимо, старички. Здесь есть секрет еще один. Нажимаем на кнопку, и открывается секретный какой-то проход. Так, нажимаем на плиту, и включается свет. Наверное, это зарыли. Давным-давным-давно упал инопланетный корабль сюда и, собственно, вы понимаете, что к чему. Так, нажимаем на кнопочку и поднимаемся. Нажимаем на кнопку и закрывается проход. Создатели карты понапрятали сюда всяких секретиков. Блин, с дверью что-то не так. Надо нормально поставить. Короче, тут всякие столовки, там старики. Дедушка Симпсон живет на втором этаже. Эйб Симпсон живет здесь. Библиотеки всякие, комната отдыха. Вот
там библиотеки. И много чего интересного. Можете сами заглянуть и посмотреть, скачав карту по ссылке в описании. Это дом культуры, насколько я помню. Далее здесь Спрингфилдская тюрьма. Ага, она очень большая. Вообще вот огромная такая тюрьма вообще. По ней я шариться не буду, потому что это очень долго будет. И, кстати, там заблудиться можно. Тюрьма реально большая. Здесь находится вход в эту тюрьму. И все такое. Это небоскреб из палочек, что ли? Здесь вот еще одно интересное место. Красти Бургер. Красти Бургер. Давайте в него тоже заглянем. Самый известный элемент быстрого питания. Симпсона. Здесь у нас разные покупки. Бургер. Соус какой-то, всякое, много чего. Это проход на кухню. Это выход на улицу. Запасной. Locker room. Комната для персонала, видимо. Тубзики. Это так, женщины, это типа платье, это типа просто тело. Это склад, на котором валяются бургеры почему-то. Это что, типа холодильная такая? Вот такой вот Красти Бургер. Что еще здесь есть? Радиовышка КББЛ. Библиотека Спрингфилдская. Вот это вот, судя по всему, центральная больница Спрингфилда. Правда, в Simpsons Taped Out она выглядела по-другому и была синего цвета. Но это больница, насколько я понял. Это не знаю, что такое. Может, тут всякие здания разные стоят. А здесь находится Спрингфилдская школа. Здесь квартиры стоят. Школьный автобус, который по встречке одновременно едет и по полосе своей. Это школа. Школа тоже неплохо проработана. Dust Grade. Учительская, наверное. Или нет. Не знаю. Тубзики. Мы в тубзик не пойдем. А, это кабинет директора. Второй класс. Кабинет второго класса. Интересно, интересно, интересно. Это типа школьный звонок. Так выглядит музыкальный класс. Прикольно, прикольно. Прикольно, прикольно. А где здесь проход на другой, на другие этажи? А вот. О, там музыкальная комната, по-моему, была. А, нет. Это актовый зал, типа такой. Актовый зал, сцена, вообще все прикольно сделано. Интересненько, интересненько вообще, хорошенько прям проработали. Здесь еще подвал, кстати, есть. В подвале спортзал находится. Блин, вот только где этот подвал сейчас буду искать, я не знаю. Давайте, ну его нафиг, короче. Сами, если хотите, найдете. Здесь спортзал находится вот такой вот. А может, спортзал просто сюда переместился? Я помню, в прошлой версии этой карты подвал находился в подвале. Спортзал находился в подвале. Здесь окна, но правда ничего за ними нет. Это Спрингфилдский, это школьный двор. Прикольный. А здесь лачуга Вилли, уборщика школьного. Вот такая вот она уютненькая достаточно, но все-таки маловато. Хотя что тут, дворники так плохо у нас живут. Это квартира тоже. В ней, в этой квартире живет Апу. Владелец магазина Quickie Mart. Еще одно здание недоработанное, в нем ничего нет, оно пустое. Не знаю, на что похоже. Вообще не знаю, на что похоже. Это фабрика крекеров, наверное. Pecan Factory. Блин, вот я не сильно разбираюсь в английском, но вот это не знаю, что там написано. Видимо, фабрика крекеров, наверное. Такая вот она огромная, можете тоже поюзаться. Это у нас центр города. Центр города. Здесь у нас статуя основателя Спрингфилда, Джебедая Спрингфилда. Правда, здесь он изображен не так, как в мультике. Он там полностью коричневый был, а такой вот детализированный с лицом желтым.
Это суд, это полицейский участок, это музыкальный магазин какой-то, что ли, или салон красоты, блин, не знаю. Это аркадная какая-то. И это еще что-то. Там квартира тоже, это музей естественной истории, наверное. Это ратуша, это театр Ацтек. Чё это и как? Как это? Чё это за ошибка такая? Вот так вот оптимизировалась карта, и театр Ацтек просто обрезался. Что это? И как? Вот так вот этот блок обрезался. Ну и вот магазин Quickie Mart. Где... Пуф. Блин, что так долго открывается? Здесь магазин Апу. И что тут особо интересного нет? Что здесь? Это мотель Лёхисон. Что? И здесь обрезано все. Короче, что-то тут реально идет не так. Что это? Да как так-то? Да почему все обрезано? Новая версия, видимо, вот так вот обрезана. Это таверна Мо. Тоже довольно известное место. Гаммер частенько по вечерам заходит выпить пивка. Конг Фудс. Тутс. Ну это мотель Легкий Сон, короче, называется. Это пивоварня Дав. The Simpsons Tape Outs, я помню, она была... У нее было 4 трубы, она была белая. Что это? И тут все обрезалось. Как же так, а? Это бакалейный магазин, бакалейный Спрингфилда. Здесь это залоченный трюфель. Там пожрать можно. А здесь... Ну, точнее, на первом этаже залоченный трюфель, а здесь на втором этаже квартира какая-то. Это парк развлечений какой-то. Это похоже на студию Красти. Студия Красти. Это не магазин пончиков, это не тот самый магазин пончиков, легендарное место. Легендарное место с пончиками я вам еще покажу, оно здесь есть. Здесь еще какой-то тестовый дом Симпсонов находится. Еще из старых версий. Здесь фермы разные. Ну что? Обрезалось все. Что? Ну блин, ну как так-то, а? Студия Красти, кстати, пустая абсолютно, там ничего нет. Недоработано. Там тоже пусто, ничего нет. Бокс Фэктори, фабрика ящиков. Слайд Фэктори, скользящая типа фабрика. Какая-то скользящая, непонятная. Ничего еще, вот это вот, куда я сейчас показываю, это ресторан Ешь Потей. Ешь и Потей. Это стадион. Стадион находится. Фабрика покрышек. Ой, господи, свалка покрышек. А здесь какая-то тоже студия Красти, не понятно, господи. И, блин, я не помню, что это за здание. Там ничего больше нет. И еще я одно легендарное место вам должен показать. Сейчас я попробую найти его. Она, по-моему, в той стороне. Вертолет даже есть. Что? Вот здесь, на этом берегу, находятся еще разные здания. Вот то самое легендарное место с пончиками. Буддийский храм. Это пиццерия. И работает Луиджи. Пиццу готовит. Это не знаю, что такое. Еще какие-то здания, блин, непонятные. Это магазин планет, это что-то там. Этот магазин вообще стоял на кальмаровом порте The Simpsons Tape Outs. Давайте сходим, посмотрим, что там. Это особняк мистера Бернса. Сейчас он прогрузится.
Очень большущий, просто большущий дворец. Тоже заблудиться в нем можно вообще. Дворец просто здоровенный. Мистер Бернс просто богач. Мистер Бернс, да? Начальник Гомера на атомной станции. Чё? Продолжаем. Мы почему-то здесь возродились. Ладно, теперь идем на атомную станцию. Блин, что-то как-то тупит прям вообще. А, вот еще, кстати, одно интересное место забыл пропустить. Это боулинг. Боурама Барни. Боулинг, короче, там. Теперь идем посмотрим на атомную электростанцию. Одно из самых легендарных мест вообще. Это градирни. Вот настолько они огромные. Атомная станция, кстати, сделана вся полностью. Да что такое, а? Ой, короче, друзья, давайте-ка вы сами эту карту посмотрите. Скачайте ее по ссылке в описании, все посмотрите нормально. А то у меня все время вылетает Майнкрафт, когда я записываю, и когда что-то прям жестокое прогружается. Хотел вам еще лагерь Красти показать, но, видимо, уже не смогу. Ладно, на этом спасибо за просмотр. Скачайте карту по ссылке в описании и сами все посмотрите. Это самое. Всем спасибо за просмотр. С вас лайкос, подписывайтесь, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой запасной канал, а также группу ВКонтакте. Всем пока.